Эта история произошла на озере Синевир более 30 лет назад. Что в ней правда и что вымысел, судить трудно. До сих пор существует несколько версий случившегося. Это одна из них. Федя на льду в Антарктиду играл. Сзади к нему ледокол подплывал. Долго смеялись на палубе дети. Слева был Федя. И справа был Федя. На 3D-экранах.